Надо всегда находиться в этом кругу. Живите, просто живите. Стоп, стоп, Гордеев, ты наступил. Стоять, стоять. Я внимательно смотрю. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня будет самое нереальное и самое крутое видео на канале Кента ПК. Потому что последний, кто выйдет с круга, получит АВМ Трэжер Хантер. Вам не показалось. Специально ради этого ролика я себе купил АВТХ. И сегодня кто-то из этих 16 счастливчиков получит совершенно бесплатно АВМ Трэжер Хантер. Ну, ребята, просто прожмите за это лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Потому что, ребята, если кто-то из этих ребят выйдет с круга, то он сразу выбывает с этого конкурса. Условия максимально простые. Надо всегда находиться в этом кругу. Вам все понятно? Все понятно. Вы готовы, ребята, начинать? Скажите мне, вы готовы или нет? Но, ребята, не все так просто, потому что помимо того, что последний, кто останется в кругу, получит АВМ Treasure Hunter, я буду очень внимательно проверять, чтобы никто даже на сантиметр не заступил. Я еще буду давать разные крутые задания и условия. Например, первое условие будет таково. У вас есть ровно 15 секунд, чтобы кого-то замочить. Но! Если вы кого-то замочите, вы тоже выбываете с этого конкурса. Время пошло. То есть вы можете кого-то замочить, все, с нищий пекс вылетает. Ё-моё, вы что творите? Все, минус 6. Все, ребята, у нас все вышли. У нас уже минус 6 человек. Я видео снимаю всего лишь 5 минут, у нас уже минус 6 человек. Все, ребята, к сожалению, вам надо выйти. Снич, Добрыня, Мэти. Пацаны, ну, к сожалению, в первом испытании вы все, но, пацаны, вам надо выйти. Ну что же, ребята, прошло 5 минут. Сколько же у нас осталось участников? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ой-ой-ой, второе задание будет очень-очень интересное. В чем же его суть? Я дам 1000 голды первому, кто ко мне подойдет. 1000 голды. Все. Два человека. Стой, куда ты, братик, стоять. Братик, ты не успел, ты, к сожалению, выбываешь. И до свидания. А вот ты, братик, ты тоже бываешь, но ты получаешь хотя бы 1000 голды. Red Sky, братик, мои поздравления. Но тебе тоже надо выйти. После съемочек ты получаешь косарь голды. Получил 1000 голды и уже доволен. Но он мог получить АВМ, Treasure, Hunter. Эх, братик, ты просто взял и упустил свой шанс. Ну что же, ребята, у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек. Так, я не понял, нас было девятеро. 2 человека вышло, нас стало 8, да? Кто-то мухлюет. А ну, ребята, напишите в комментариях, никого, кто мухлюет. Так, ребят, я сейчас внимательно смотрю. Кто заступит за линию, я говорю сразу. Сразу выбывает с этого конкурса. Мой вам совет, берегитесь. Прямо сейчас я, вот смотри, как я стою. Я стою вот так, видите? Я закрою глаза и буду водить мышкой влево-вправо. И кого я замочу, тот выбывает с конкурса. Поэтому мой совет, живите, просто живите. Стоп, стоп, Гордеев, ты заступил. Стоять, братик, ты заступил. Иди ко мне, родной, ты заступил, брат. Ну, брат, я бы не хотел тебя кикать, ну пойми меня правильно. Тут у нас ссорится по-честному безобанно у начальника Сулеймана, брат. У тебя и так есть скирвол, все будет хорошо. У тебя жена, трое детей, брат, у тебя урок, на урок по вождению тем более надо, ты говорил. Поэтому, братан, к сожалению, АВМ Treasure Hunter, ты... не получишь. Давайте, ребят, вот просто сверху вниз. И на! Знаете что? Вам повезло, потому что я никого не замочил. Все, ребята, это испытание вы тоже прошли. Мои вы красавчики. А, в смысле? Я попал под Давиду, но он выжил? Давидик, братик, ты чего? Окей, ребята, мы идем к следующему испытанию. Я прямо сейчас... задам вам математический вопрос. Математику, пацаны, знаете? Understand? Understand. Кто на него ответит последним, тот, к сожалению, выбывает. 3 плюс 3 умножить на 3. Быстрый ответ. А? Блин. Ребята, ну... Кто-то ответил неправильно. О, Дзержинский вышел. Пацаны, вам опять повезло. Дзержинский вышел, и мы, так сказать, никого мочить не будем. Окей, с математикой мы разобрались. Ну, пацаны, если что, был правильный ответ 12, потому что первое действие это умножение. Поэтому стыдно не знать, кто там написал 9. Кто там этот двоечник вонючий? Сколько?
мне лет! Быстро написали! Быстро, 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 быстро! Все написали правильно, кроме одного человека. К сожалению, ребята, Камирчик написал неправильно. Знаете почему? Потому что он написал, что мне 20 лет. А, стоп. После Камира еще написал Ютей Зертик и Патрик. Патрик, братик, ты чё? Пишет, я долго писал, Патрик, ты чё? Патрик, иди сюда, я тебе, возможно, дам шанс. Иди сюда, стой тут, прямо сейчас я задам еще один вопросик. С какого я города? Поехали! Поехали, 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 поехали. Так, 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 так. С какого города тебе пишет Украина? Ха-ха-ха! Братан, ты что завозишь? Полтава и последний, последний опять Патрик. Патрик, ты что на приколе? Патрик, ты не участвуешь, мужик! Сколько будет? 5 умножить на 0! Поехали! 5 умножить на 0. Эх, и неправильно у нас ответил Ютей Зертик. Ютей Зертик, брат, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кто-то из вас двоих должен вылететь. Как же мы это решим? Прямо сейчас у вас будет честный бой на ножах. Идите ко мне. Идите ко мне, братва! Зертик, ты становись вот тут, а. Второй человечек, кто там у нас? Патрик, ты становись вот тут, а. И на счет 3 вы начинаете зарубы на ножах. Кто же будет сильнейшим? Ну-ну-ну, мужики, ой-ой-ой! Оу, на мужика, Зертик, брат, красава! Также мне все спрашивают, Кент, откуда у тебя так много голды? Ребята, ответ крайне прост. Это булдропчик! Тем более, на булдропе проходит нереально крутой ивент, нереально крутой голд-пас, на который можно получить топовый дроп совершенно бесплатно, плюс, по моему промику, вы получаете бесплатную голдишку. Все нужные ссылочки есть снизу. А мы идем дальше. Следующее испытание будет очень-очень интересное. Прямо сейчас вы все сами должны решить, кто покинет круг. Просто при помощи голосования. Я буду говорить имена. Да стоп, 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 все пишут кумир. Кумир, кумир, кумир. Блин, походу голосовать не надо. К большому сожалению, ты покидаешь этот круг. Итого, ребята, у нас осталось всего лишь 4 участника. А вот сейчас, ребята, будет самое интересное, потому что круг слишком большой для всех вас. Прямо сейчас я сделаю новый круг, который будет поменьше. И вы все будете должны перейти в него. Ой-ой-ой-ой-ой. 5 minutes later. Мой тебе совет, братик, не двигайся. Топчик, экран вообще не двигай. Ну что, ребята, прямо сейчас вы все должны находиться в этом маленьком кругу. Но я готов подарить любой нож, кроме керамита голд, тому, кто прямо сейчас готов покинуть круг. А? Кто готов? Кто готов? Или все хотят получить АВМ Treasure Hunter? Ютей Зертик пишет я. Брат, ты точно готов? Ради любого... Да, ты готов покинуть? Из-за ножа? Брат, ты мог получить АВМ Treasure Hunter, родной? Ты серьезно? Все, братик. Скорпион. Брат, ну ты еще и скромный. Без проблем. Все, брат, после съемочек ты получаешь нож Скорпион. Красавчик, родной. Но пока что тебе надо выйти. Я прям сейчас внимательно смотрю, чтобы никто не пересекал. Я внимательно смотрю. Очень внимательно, ребята. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой, нога на линию. Ты у кого? Братишка, братик. Аккуратненько. Аккуратненько. Осталось, ребята, у нас 3 участника. Испытание номер 1 000 000. В этом испытании я иду на противоположный конец карты. Вот прям сюда. Прям сюда, видите? И я буду по вам стрелять. По кому я попаду и кого я замочу, тот и выбывает. Ну что же, я прям сейчас закрываю глаза и делаю первый выстрел. Все выжили. Второй выстрел. Дэвид Гейл, братан! Блин, ребят, вот его было жальче всего, потому что он прям шел увереннее всех, братик. Ты был хорошим, хорошим парнем, но, к сожалению, брат, к сожалению... Ух ты, ничего себе, я вижу, как солнце просвечивает сквозь твою голову, брат, к сожалению, тебе надо выйти. Последнее слово, давай, родной. Давай я даже размючу ради этого последнего слова, брат, скажи мне только одно. Брат, говори. И Пеппа. Слышишь? Давай, до свидания! Итого, ребята, у нас осталось ровно 2 участника, которые могут получить АВМ Treasure Hunter. Это тот самый долгожданный скин. Ребята, вы большие молодцы. Кто-то из вас будет сильнее, и кто-то из вас получит этот замечательный, великолепный АВМ Treasure Hunter. Я сделал круг еще меньше! Вам не послышалось, прямо сейчас я сделал круг еще меньше. 5 minutes later. Прямо сейчас вы оба идеально в круге. Но если вы хоть чуть-чуть подвиньте экраном, просто хоть, не знаю, двиньте его хоть чуть-чуть случайно, вы вылезете из-за круга. Пока что вы в круге. Вы оба в круге. Ребята, мой совет.
лучше не делайте никаких лишних нажатий. Ребят, посмотрите, с чего мы начинали, потом что было и чем мы закончили. У меня 200 хп. У вас, у каждого по 100 хп. Кто из вас двоих сможет меня замочить, тот получает... АВМ ТРЕЖЕР ХАНТЕР! Вам не послышалось. Я запрячусь. Я не буду говорить, где я. Ваша задача найти меня и при этом не умереть. Но если вы, например, вы меня найдете и сами сольетесь, то вы тогда ничего не получаете. То есть вам надо, помимо того, что вы нашли меня, вам надо еще меня замочить. Ну что же, раз, два, три. Все, ребят, можете начинать меня искать. Как только вы меня найдете и замочите, вы получаете АВМ Treasure Hunter. Давайте. А? Стоп! Кто-то невидимым стал. Кто ко мне? Ай-яй, боитесь, да? Страшно вам, страшно. У меня, ребят, 200 хп. А ну иди сюда, братишка, ну иди сюда. А ну-ка иди сюда. Ну, тертопчик, ну. Ну кто меня замочит? Чтобы страшно, пацаны? Я понимаю, страшно. Но победитель будет только один. Кто же будет сильнейшим? Кто же сможет меня прямо сейчас победить? А? Давай, 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 давай. Кто же будет победителем? Кто же получит АВМ Treasure Hunter? Оу, 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 оу. Давай, давай. Ой-ой-ой, топчик, братик. Тебе полная попа, тебе полная попа. Я тебя пожал, я тебя пожал. Ох, братик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. На! Как повезло. На! Так вот это вы лакеры. На! Что происходит? Где вы? Где все? Кто первый меня замочит, тот победителем? Нет, только не это. Только не это. На! Ладно, давайте, попытка номер два. Я говорю сразу, третьей попытки не ждите. То есть, прямо сейчас все, пацаны. Топчик, братик, красава! У нас есть победитель, братанчик, лучший. Иди ко мне, моя ты умничка, мой ты маленький. Братик, ты получаешь... АВМ Treasure Hunter! Ай, да красавчик, ребята, просто запомните имя этого победителя. Прямо сейчас я спрошу, как он хочет получить приз? Или голдой, или чтобы я ему кинул деньги на карту, и он сам себе купил АВМ Treasure Hunter, или что он хочет? Давай на карту. Все, брат. Прямо сейчас я при вас всех перевожу, брат. Напишу номер своей карты, прямо сейчас, смотри, я переведу 40 тысяч рублей. 5 minutes later. Все, ребята, прямо сейчас на этот счет поступит 40к. Просто смотрите. Все, братик. Все. Пишу 40. Раз, два, три. Все равно, прямо сейчас 40к. Смотри. Блин, брат, у меня комиссия приведут 39 700, окей? Ха-ха. Брат, отправил. Пришли? Денежки пришли? Да! Ха-ха-ха! Мои поздравления! Ну что ж, мои уважаемые подписчики, если понравилось подобное видео, прямо в эту секунду прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и вступите в мой телеграмчик, потому что если хотите тоже получить на халяву авики ТХ, то вся инфа в моем телеграме. С вами был ваш Кентуха, всем удачки и всем пока-пока.